Спасибо, дорогие. Да, очень много милостей было в нашей жизни. Мы потеряли трое детей и молились об этом очень сильно, и переживали это все, растянулось на несколько лет. Сами знаете, что дети – это не быстро. Вот. И сейчас у нас две дочки. Сейчас у нас две дочки. Слава Господу! Да. И один брат, когда у нас родилась первая дочь, один брат сказал, это просто триумф веры, говорит. А я думаю, боже, что я такого сделал? Я просто... Конечно, мы молились, конечно, мы что-то делали, но нужно было как бы до... Знаете, как есть такое выражение, иногда нужно, если у тебя уже нет сил, нет возможностей никаких, и ты уже там, ну, еле-еле, да, иногда нужно просто упасть в правильном направлении. Я вот примерно в этом плане, я упал и лежал в правильном направлении, да. Вот. Еще Бог очень сильно большое чудо в моей жизни сделал. В 2001 году я приехал на реаб-центр, я был конченным наркоманом, я колол метамфетаминами, вот, и вот уже 20 лет я с Господом, аллилуйя, слава Иисусу Христу, да. Да, вот такие чудеса, конечно, их очень много, но это такие самые важные. Ну, конечно, это моя жена прекрасная, она тоже прославитель, она тоже, мы познакомились в церкви, аллилуйя, это, если вы ищете жену, ее нужно искать в церкви, аллилуйя. С мужьями то же самое, аминь. Да, вот. И друзей, кстати, тоже надо искать в церкви, потому что вот мы нашли на христианском фестивале, познакомились, потом еще там на христианском одном. И вот братья как родные, вот. Хотя живем в разных городах, но вот когда встречаемся, Дух Божий что-то делает, да. Спасибо большое, дорогие. Слава Господу за вас.